Всем привет! Продолжаем проходить Elden Ring. Мы возле замка Сол, и сейчас его в кооперативе с моим другом будем зачищать. Ну, зачистим. Ну да, там не так уж просто. Какой ты левел, скажи мне? Я... 139-й. О, нифига себе, так ты... ну я 162-й, ладно, я думал, ты меня уже почти догнал. Ну да, ты выглядишь по-другому, не так, как... когда мы виделись в последний раз. Тут тигры должны быть, ты их уже убил, да? Да, я тигра убил за кадром. Хорошо. Я просто зашел и минусанул одного и второго. Так пойдем сначала сюда, налево, в эту сторону. А потом туда на лестницу. Ага. Там, да, без разницы. Без разницы. Без разницы? Угу. Потом в каком-то моменте ты упрешься, а в другом моменте ты придешь куда надо. О, какой-то чел к нам вторгается. Да, я вижу. Пойду наверх залезу. Посмотрю, что наверху. Посмотри, там он пришел. Иди сюда. Я спускаюсь. Он уже пришел. Спускаюсь. Я пойдем вытащим его наружу. Выводи, я пока бафлю. Он меня убил. Я так и знал, что он тебя завалит, потому что он меня почти убил. Давай, догоняй, пошел туда, в сторону душ. Окей. Сейчас тут под лестницей заберу блестяшку, как раз с тобой встретимся. И пойдем за душами. Сразу, блядь, вторгся, да, к нам? Перестал? Это ты. Я думал, уже опять кто-то вторгся. Все паранойя. Ну. Все, я полез на башню. Ну, давай, ладно, иди как хочешь, я буду идти за тобой. Так, здесь у нас, там вон волки ходят. Дверь закрытая. Ну да, тут ничего нету, да? Ой-ой-ой, чуть не выпил, не скинул меня. А пофиг, тут не теряешь ХП. А где ты вообще? Ну, пытаюсь сейчас к тебе пойти, я думал по-другому пойти, но пофиг. По-другому? Я вообще тут возле башни по мостам хожу, наверху на стене. Ты спрыгнул, ты не обратно пошел. Я не спрыгнул, я наоборот пошел дальше, там где баллиста каменная, блядь. Чуть не умер. Охуеть. Там вторая баллиста. Сука, я сейчас умру. Оп! Надо как-то добежать до этой баллисты. Все, я погнал. Я успел. А куда он делся, этот хуй? А, вот он. Тут спуски, перчатки изгнанника. Так,
Так, давай посмотрим, что тут. Тут картина еще очередная. Картина чародей. И дверь. Что-то как раз, которую я видел. Тут смолки ходят. Блять, тихо, сука. Тут еще что-то у нас. А, тут просто висят солдатики. И место, по которому можно было подняться от главных ворот. Я же тебе говорил, по-любому придем туда. Ну да. Здесь какая-то блестяшка. Ледяная смазка. Отсюда, подожди, ага, так, оттуда мы вышли, ну да, можно переходить в эту башню. Там сейчас будет благодать, по-моему. Чуть дальше. Да, сейчас, на. Вон я ее вижу. Давай сюда пока. Там лучник, правда, в спину стреляет. Нахер на него. Золотая руна. Золотые цепи. Золотая руна. Золотая руна, золотые цепи? Да. Мочи этого чувака. Мочи, это мочи. Сложно. Я пойду лучника убью. Он же, ты что, не справишься? Ну, лучше вернись. Я нет, я тут долго его одного мочить. Ой, блядь, сейчас сдохну. Иди его перетягивай к себе. Только сам не умри. Во, на двоих его разобрать вообще нефиг делать. Да. В одного сложнее. Куда вот эта лестница ведет под нами и откуда она? А, не знаю, вон, иди сюда, благодать возьми, вон здесь. Да, возьму благодать, и пока не пойдем дальше туда. А, вот тут слева еще подъем есть на стены. Там, наверное, уже впереди босс. Нет, там еще дойти надо до него. Сейчас, стой. Эту дверь открыть нельзя. Вот здесь она открывается. О, великое солнце, холодное солнце, Соло, сдайся на волю затмения. Даруй жизнь бездушной груди костей. Шотель затмения, очередное легендарное оружие. Подожди, пошли вернемся. Мобы. Черный пирожок мне выпал на голову, эта херня. Пошли, вот тут лестница есть. Ну да, тебя там расстреливать сейчас будут. Вон, уже расстреливает. Ну, я тебе так скажу, нам не туда, куда ты идешь, я но знаю. Там... По-моему, бестолково, там какая-то фигня. Ну, я хочу обсмотреть все. Я понимаю, что не туда идем. Ну, пожалуйста, пожалуйста, смотри. Может, что-нибудь найдешь. Я уже не помню точно. Там чел этот вот этот главный тоже. Еще один сложный моб. Охуеть, он сзади. Ну, конечно, он же телепортируется. Сейчас меня убьет. Затыкали. О, даже доспех достал, нифига себе. Медальон с лазурным янтарем плюс один. Вот, пожалуйста, не зря ходил. Я же тебе говорил, Даша, что-то найдешь. Возвращаемся. Подожди, с этой... Да я посмотрю, что тут. Пока поднимайся, я догоню. Хорошо, хорошо, хорошо.
Так, а мы тут были, подожди. Там я видел, спрыгнуть можно. Мы не были, да, сейчас спустимся. Опять спустимся в это, в центральный двор. У меня, правда, 4 банки уже осталось, ну ладно. Понял самого, столько же. Ты убежал уже отсюда? Тут где-то можно выпрыгнуть. На входе тебя жду. Просто вернулся обратно. Я понял, я тут чуть другое место пошел. Там можно спрыгнуть со стены на крышу и спуститься вниз по лестнице в башенку. Тут крысы. Даже 3 банки осталось. Маня. А ты же не можешь со мной призывать слезу, да? Нет. Сейчас я выйду на главный двор, ты меня увидишь. Угу. Я заберу здесь лутецкий и руническую дугу как раз. Сейчас приду там, где мы с тобой возле благодати были. Прям на этой благодати. Ну вот сейчас осталась вот эта стена. Вот эта стена. И можно будет перезапускаться. Вот, кстати, Там ничего нету. Ты там так не попадешь. Вон, да, я вижу этот лифт, но я. Че, тут что-то лежит. Золотая. Забирай. Обычно. Мне и... что-то показывает. А, нет, смотри, здесь есть крутой рыцарь и 2 волка. Иди сюда. Волк на меня сагрился. Я его с лука сейчас. А, ты дальше прошел. Да, хорошо. Ух ты, ёб твою мать. Хорош. Добивай собаку. Ничего за него не выпало. Что тут, наверное? 2 бутылки осталось. И я не фул хп. Не фул хп? Пойдем, посмотришь ко входу, что там делать. Потому что там будут мобы, которых ты будешь хотеть убить, а на самом деле их убивать не надо. Пойдем, их убьем. Ты посмотришь, как пройти к боссу. Позовешь меня около руны еще раз. И мы с тобой пойдем с 6 бутылками, пробежав этих мобов. Я могу... А я тебе сначала... А, нет, нет, пойдем сначала, ты посмотришь на них, пойдем, потому что ты захочешь их мочить. Говори тише, раз. Я хотел тебя похилить просто. Как? Ну, уже никак. Я думал, у меня есть штука, которую я могу тебя похилить. Ну, вот именно что никак. Давай, иди сюда. Иди сюда пока, я нашел тут... А, все правильно, вот мы встретились. Я с другой стороны, я уже внутри этого, часовни. Я где понял, все. А там за часовня ничего? Давай, нет? Мы только что были там. А, да, ты прав, все, мы залазили наверх. Сейчас я себя похилю без бутылок. У меня еще щит восстанавливает жизни, который на спине болтается. Круто. Для этого я его и ношу. Угу, от кого не было. Ну, я нашел. Класс. Большой щит с картиной. А может есть, я... Ну да, не, наверное, не видел. Тут я сейчас она появляется. На плюс 10 прокачал. Сука, там крутой рыцарь. Да, там крутой рыцарь. Он уже здесь. Не пизда. Я не могу похилиться. Я вообще не вижу где-то. Ты выбежал обратно во двор? Да. А, все. Переагрил, блядь, сделай что-нибудь. Ну нате, на. Давай, добивай его. Хорош.
У меня одна банка осталась, и одна мана. У меня вообще, у меня только абсолютная банка, которая восстанавливает эту неуязвимость. Унихера себе. Уходи, я его сейчас сам возьму на себя. Все, я добью его сейчас. Пиштяк. Вон уже вход к боссу. Да, вот. Да, то есть в идеале ты просто мимо них пробегаешь и сразу же заходишь туда, и все. Можно лифт запустить и просто подняться и обойти их всех. Да, я, да, точно. Я лифт отправил вниз, вот мы сейчас так и сделаем. Мы там с тобой, ну, встретимся. Мы там с тобой встретимся и поднимемся на лифте. Окей. А, вот. Понял. Да, выходил быстрее, пока рыцарь не вернулся. Бля, здесь, сука, ястреб есть. А, ты пошел обратно назад? Да, к лифту? Мы убегаем, поднимаемся на стену и там... Давай, иди сюда, пока рыцарь не вернулся. Он возвращается. Там пиздец. Залазь быстрее на лестницу. Лезь первый. И я успел. Он меня, правда, коснул немного, но я успел. Стой, никуда не беги. Отсюда, смотри, мы вот так аккуратно. Нет, не с этой стороны, вот с этой стороны. С этой стороны прыгай вниз. И вызываем себе лифт. Все. Окей. Только я нас бафну перед входом. Я пользуюсь этими флягами парфюмера некоторыми. Одной из фляг. Что он дает? Повышает силу атаки и дает защиту от одного удара. Такой, ну, пузырь тебя заковывает. Все, сейчас. Давай. Все, я захожу. Хорошо. Ну, это, я бы тебе советовал, короче, атаковать этих помощников, но не убивать их. Да. А я бы занялся командиром. Они до тебя сагрились. Если одного-то убить надо, одного-то убить. Ну, конечно, они сагрились, они же не будут стоять. Убивай одного, забил? Одного убил, да. Хорош. Охуеть. Все, можешь его убивать. Убивай его, он уже включил вторую фазу. А его уже нету. А, ну тем более, да, значит он его, поэтому он ее включил. Ой, блядь. На тебе был этот пузырь, так что тебе повезло. Да, но да, да, пузырь. Да. Не, это уже был мой. Первый он уже сбил. Охуеть. А твой пузырь что дает? То же самое, один удар выдерживает. Только это бутылка. И да, я понимаю. Хорош, все. Хорош. Я с ним парился, на самом деле. Да, тебя чистку дали, точно. Я с ним немножко парился, где-то трайв 7 я делал или 8. Ты еще и без этих, да? Без, конечно. Без слез был здесь? Не, здесь я уже играл со слезой, все, здесь уже конец игры, я уже все знал. А, я понял. Тут я уже вообще все шарил. Круто. Я уже и в столице играл давным-давно, там с прокачанными Олегом, и у меня там еще один был чувак такой. Знаешь какой? Ну. Я тебе скажу. Я очень долго ходил с ним. Легендарный тоже?
Да, он называется, вот у тебя есть? Нет, у меня вот на плюс Ролла. Убийца знамений Ролла. Вот я с ним очень долго ходил. У есть, практически. А, и я еще ходил потом долго с Амоном, Монах Черного Пламени, он у меня на плюс 10 раскачанный. А, не, я только со слезой хожу. Ну, я когда понял, что это такое, я тоже ходил. На самом деле топовый это Тихий Черный Нож да, еще. Да, я еще куклы. Куклы начинают снижать служанки и мечницы тоже ходил. У меня на плюс 10 они раскачаны крутые. Вот, я смотрел просто по количеству, вот, например, Филли Рыцарь Чистой Гнили, по количеству маны, которая требуется для призыва. То есть чем круче дух, тем больше маны требуется. И если бы не была читерная слеза, то. Ну, ты просто качаешь интеллект и призываешь потом того, кто кого можешь. Вот. То есть, например, там Ролла был, требовал 113, а Амон Монах 115. А вот этот Филли Рыцарь Черной Гнили вообще 127. Не знаю, я со слезой в два кровотечения, мы вдвоем просто очень жестко разделываем. Да, конечно, нет, так это ж читерство. Ну, то есть в плане, что понятно, как раз-таки читерство. Фишка, что... Ну, в каком-то смысле, то есть не совсем прям читерство, да? Не читерство, читерство. Но как бы... Так, я собираюсь пойти в одну гробницу, последнюю, Героя Великанов. У тебя на... Спускаемся. Это у нас могила героя-победителя великанов. Вставляем мечевидный ключ. Пламя, защити меня. Что это за заклинание? Где оно? Пламя, защити меня. Вот. Заметно повышает сопротивление огню. Через веру играется. Ну, для заклинания на веру, в общем. Не на колдовство. Давай смотримся. По-любому с какими-то загадками. Это гробница героя. Неубиваемый кот. И не только он. Давай. Сука. Свободен. Там проход с ловушкой. И сюда можно вниз посмотреть, что здесь внизу. Какая-то засада здесь будет сейчас. Пизденышки эти неубиваемые повылазили. Идите нахер. Что-то добегались.
Ай-яй-яй-яй-яй. Умер. Пошел нахер. Сука. Все, сгорел ты. А еще ниже она не опускается? Только выше. Я первее. А, вот мы подняли, наверное, эту штуку, чтобы там вот открыть. Наверное. Для чего-то свет же здесь мы поставили. Вот для них. Подсвечник из черепа. Еще двое, да? Сука, я как-то нажал на нее. Случайно, блядь, нажал. Прибежали за мной вниз. Поесть, смотри. Пошли теперь туда. Здесь у нас лифт. Вниз. Лифт вниз. Здесь надо, наверное, зажечь как-то свет. Есть рычаг. Огромный великан неубиваемый. Слишком высоко. Бля, зря я банку потратил, ну ладно. Крупный могильный ландыш. Теперь надо каким-то образом зажечь там печать великана. Зажечь там свет, чтобы этого великана в итоге убить.
Еще ниже спуск есть. Неубиваемой кошкой, блять. Давай. Сука. Ты идешь сюда или нет? Хорош. Ну и что теперь? Как-то должен подняться наверх, нет? Кнопка, может, что-то есть? Как тебя поднять наверх? Вот. Да. Теперь можно агрить великана. Thank you.
Свободен. Ты на босса сразу. Блинки марики здесь есть, отлично. Древний герой Замора опять. Изогнутый меч, маска и его доспех. Все, гробницу посетили. Теперь я хочу сбегать вот в этот храм. Наверху великан у нас, и мечи торчат из земли, да? Больше ничего нету. Великанская война, героическая сага заканчивается предательством троллей. Пламя повержено, наступает эпоха Древа Эр. Короче, тут битва великанов была. На вершине здесь. Не зря же ее называют вершина великанов. Смотри, сколько они тут. Среди них уже даже деревья проросли. Руки эти в засадах сидят. Проход только здесь, справа есть. Подъем, точнее. Рука-паук. Ёбаный гнасрал! Отсюда поскачем, короче, к храму, и все. Как я так разбился? Тысяч чуть не оставил здесь. А птица эта отмороженная. Не одна. Здесь птицы великана клюют, да? Он на нее наорал, она упала. Вон храм этот. Кто-то вторгается ко мне или что? Акина. Самурай какой-то. Все. Реки крови и маска. Где маска Акина? Она дает ловкости сколько-то. 3% ловкости. И катана реки крови тоже через колдовство.
63 кровотечения, у меня 78. Ага, понятно. А сколько у нее растрата? 17 расходуются, тут 11, а не. Храм покоя это у нас. Берем слезу. Ну. Священную слезу, благодать. На уровень 30 тысяч не хватает. Повышаем эффективность. И уровень. Уже по одному очку, как и ловкость. Ловкость еще дает иммунитет. И всякую. Давай пока жизни. До 40. В общем, отсюда уже пойдем дальше добивать локацию и драться с огненным великаном. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей части. Пока-пока.